архитектору, значит, приготовить предложение по возможности нашего участия в корректировке проекта по реконструкции ЖД вокзала. Потому что вы видели там те примеры реконструкции, они, как они называются? Ну, странные у нас. Ну, не то что странные, они не соответствуют духу времени и внешнему виду города, который бы хотели видеть горожане. То есть мы сделали хлев, переделали в сарай. Ну, как бы названия поменялись, а смысл остался. Поэтому, пожалуйста, свяжитесь с ним. Это лицо города, ворота города. И они должны выглядеть соответствующе нашему видению, как должен выглядеть город.